Привет, девчонки! Рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня хочу вам показать несколько пигментов от фирмы Runail. Ну, почему-то напечатано только на одной баночке, но мне объяснили, что это типа все одной фирмы. В общем, идут это такие пигменты. Снимаю сейчас при таком искусственном желтом цвете. По крайней мере, в свете так гораздо понятнее, где какой оттенок пигмента находится. То есть такой золотистый, зелененький, розовый и такой синий красивый. Совсем недорогие. Их прилично в баночке, то есть хватит очень надолго. Ну и сейчас я вам покажу каждый пигмент на разном цвете, как они смотрятся. То есть вот у меня 4 карандаша. Фиолетовый, зеленый, белый и черный. То есть карандаши будут в качестве подложки для этих пигментов. Да, еще забыла сказать, фирма называется Runail, да, и думаю, что вы уже догадались, что это идут пигменты для оформления и декорирования ногтей, в использовании именно в работе с маникюром. Но я думаю, их можно будет использовать и для макияжа. Тоже будет очень эффектно смотреться. Ну, посмотрим. Будем тестить. Итак, значит, нанесла я белый карандаш, и сейчас будем наносить пигменты. Так, начинаю с первого желтого. Но на белом, конечно, вот через камеру не очень видно, как они переливаются, но вживую смотрится очень даже красиво. Ну, вот так лучше видно. Так, едем дальше. На черный наносим. Так, золотистый. Зеленый. Розовый. Так, и синий. Так, вот так они смотрятся. На черном. Так, и еще на фиолетовый и на зеленый наносим. Так, золотистый. Зеленоватый. Итак, вот такие получаются эффекты с этими пигментами. Ну вот, в общем, такая красота. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мне это будет очень приятно. Ну, всех целую, всем пока!